На территории Кашхабского района продолжается успешная реализация национальных проектов. В этот раз в рамках проекта «Жилье и городская среда» работы по благоустройству придомовых территорий начаты в Майском сельском поселении. Данный поселок уже второй год активно принимает участие в реализации этого проекта. В 2020 году, как и в прошлом, в Майском сельском поселении по программе «Комфортная городская среда» мы проводим реконструкцию, ремонт дворовой территории по адресу Филатова 1. На сегодняшний день уже асфальтобетонные работы закончены. Сейчас будет устанавливаться детская площадка игровая. И после этого будут установлены фонари освещения на данной дворовой территории. Финансирование в этом году на общую сумму 2 миллиона. Там и республиканские региональные деньги, и деньги местного бюджета. Надеемся, что данный двор понравится. И на следующий год мы продолжим выполнение данной программы. И чтобы все было закончено, следующий двор уже готовится. Так что я думаю, что эта программа принесет свои результаты. Национальный проект в первую очередь направлен на повышение уровня жизни и создание комфортных условий для проживания. Можно сказать, что для жителей поселка их двор – это малая родина. От того, насколько ухожены и удобны дворовые территории, зависит их настроение.